Друзья, проходил мимо моего любимого фруктового магазина с овощами, с фруктами. И смотрите, что я увидел. Друзья, это не яблоко, как покажется на первый взгляд. Это фрукт называется айва. Или айва, не знаю, смотрите. И я вспомнил один рецепт настоечки. Почему я его так давно не делал, вам не показывал. Сейчас как раз айва поспела. Для этой настоечки из айвы нам понадобится вот три айвы. Такие симпатичные, вообще классные. И, друзья, один апельсин. Нам понадобится цедра от него и сок. Ну ладно. Я вам все расскажу, покажу чуть попозже. Вот так вот, друзья. Друзья, я все приготовил для нашей айвовки. Настоечки из айвы. Смотрите, я нарезал такими вот замечательными кусочками. Айва. Просто очень-приочень, посмотрите, похоже на обыкновенное яблочко. Просто вообще один в один. Яблоко яблочное, белый налив какой-то прямо. Так, я... Это три айвы у меня вот здесь вот в баночке. Что мы делаем дальше, друзья? Я почистил цедру с половины апельсина. Цедра — это такая желтая корочка. Тоже. Пол апельсина цедры. Добавляю в нашу баночку. Что мы делаем дальше? Ну, а дальше мы берем литрушечку самогончика. И заливаем всю эту красотень. Красотень это все заливаем. Литр нам понадобится. Чудеснейший 42-градусной самогоночки. Самогоночку мы налили. Что мы еще делаем? Из этого же апельсина, с которого я... взял цедру, я выжал немножко апельсинового сока. С одного апельсинчика тоже туда добавим, друзья. Сок с одного апельсина. И добавляем туда 2 столовые ложки декстрозы. Ну или 2 столовые ложки можно использовать сахара. Также можно использовать, друзья, мед. Кому что нравится. Хорошенько все это перемешаем. Так. Перемешали нашу айвовку. Крышечку берем. Закрыли крышечкой. И, друзья, на 2 недели в темное место при комнатной температуре. Ну, друзья, увидим, что у нас получится. Мне кажется, должна быть достойная настойка. Но все, друзья мои, узнаем. 2 недели пролетели. И вот наша настойка на айве готова. Я, как обычно, сейчас все процеживаю и будем дегустировать этот замечательный настой. Ну вот, я процедил нашу настоечку на айве. И мы, друзья, попробуем, какая она. Накапаем себе немножко. Цвет, смотрите, какой красивый, такой лимонный, очень приятный. Ваше здоровье.
как я и думал, вкус очень приятный. И я даже хочу спеть песню. Теперь я пьяный от моей айвы. Она тигрица, императрица. Настоечка прекрасная, советую я всем.